Продолжаем теперь на очереди мини-футбол. 3 победы подряд. Именно такой результат был у сборной Казанского федерального университета перед матчем со сборной Казанского государственного энергетического университета в рамках спартакиады вузов Республики Татарстан. Получилось ли у сборной КФУ в очном матче против «Энерго» сохранить такую тенденцию и продолжить серию побед, или же такой неудобный соперник преподнес сюрпризы? Далее в репортаже Дианы Ждановой. Воскресенье. Бустан. Мини-футбол. Уже традиционная картина для болельщиков Казанского федерального университета. В 4-м туре спартакиады вузов и Республики Татарстан сборная КФУ принимает на своей площадке одного из самых неудобных соперников – сборную Казанского государственного энергетического университета. Звучит стартовая сирена, и в атаку двинулась команда КФУ. Федералы на протяжении всего тайма держали мяч у себя, не давая соперникам захватить ворота. Ильдар Халиуллин делал несколько попыток забить мяч, но ни одна из них не увенчалась успехом. В этот раз его атаки и мощные удары не помогли сборной федерального. Несмотря на все попытки юлбарсов, счет открыть так и не удалось. Команды уходят на перерыв. Второй тайм получился крайне агрессивным. Время идет, а на табло все еще 2-0. Обе команды были настроены побеждать, однако были немного растеряны, о чем говорили их импульсивные и необдуманные действия на поле. Это приводило к многочисленным тайм-аутам со стороны каждой из команд. Наконец, на 30-й минуте игрокам все-таки удается открыть счет. Максим Истафьев уверенно ведет мяч к воротам КГУ. Несколько передач и долгожданный гол. 1-0 в пользу КФУ. Сборная КГУ никак не хотела уступать федералам. Прошло всего 3 минуты, и в ворота федерального летит мяч с хорошего удара Аделя Сабирзянова. Команде КГУ удалось сравнять счет. Идут последние минуты матча, однако счет остается неизменным. Федералы создают несколько опасных моментов, но вратарь КГУ Ленар Шихалимамов справляется со своей задачей и отражает все удары. Капитан сборной КФУ Денис Давыдов постоянно пытается вывести команду вперед и вырвать победу у соперников, но времени не хватило. 1-1. Сборная КФУ теряет важные очки в борьбе за титул. Диана Жданова, «Неделя спорта». По традиции после матча смотрим турнирную таблицу спартакиады. Сборная КФУ теряет важные очки в матче с «Энерго», но остается на первом месте. 10 очков. К НИТУ КАИ идут вторые, у них 9 очков. Тройку лучших замыкает сборная Академии спорта, 7 очков и 1 матч в запасе. Остальные результаты на вашем экране. Следующий матч сборной КФУ сыграет со сборной Казанского государственного архитектурно-строительного университета 11 апреля на площадке КАИ «Олимп». Обзор данного матча, как всегда, будет в нашей программе, так что не пропусти.